Ну, про 9-го сейчас мы как раз, он звонит, наш человек. Вот, администратор. Ну, смотрите, я уже на второй домик, да, пока будем смотреть? Нет, все, идем и то смотреть, и первый, и второй. Берите оба ключика, идемте. Пошли, сейчас откроют. Идем смотреть домик эконом-варианта. Одновременно, скажем так, обозреваем территорию. Это парковочная зона, место для парковки. Домик эконом-варианта последний. Домик, скажем так, стандарт. Ну, который у нас крутой, это домик, его забрали уже, да, на пятницу? Забрали. Да, свадьба. Ну, что-то говорили. Вау, ну тут гулян. В этом доме нет. Есть банька с отдельным платом, 2003 часа. У нас эконом, первый дом. Троих мужиков. Ну, троих, ну можно одеяло еще дать тогда, может быть. Чтобы под разными одеялами пусть лягут, надо покрывать. Разное одеяло дать. Подожди, ведь я поднимусь. Что ты говоришь, втроем не поместятся, да? Нет, они поместятся, просто я не думаю, что мужики вдвоем там будут спать. Соответственно, ну, бильярд вот есть, нормально. На троих человек. То есть двое вверху, один внизу. Ну, по-моему, более чем. Да нормально, нормально. Я думаю, хватит. Я себе привет участникам соревнований. Ага, понятно. Вот домик стандарт с прилегающей территорией. Сколько там я читал, что-то 2003 часа. 3 часа нормально.